Приветик всем! А у нас сегодня плов. Вот все приготовила. Все, что для него нужно. Чеснок, морковку. Морковку, конечно, знаю, что надо резать. Но я не люблю ее резать, если честно. Я ее вот так вот натираю на терке. И таким образом добавляю мясо. Мясо говядина. Свинину мы почти не кушаем. Рис промытый уже. Лук. Казан. Казан настоящий, с Узбекистана, с Ташкента. В 93-м году еще покупала. Трудяшка мой. Лопатка вот у меня неудобно сломалась моя. Надо купить новую. Масло накалилось. И мы сейчас опустим лук. Вот. Первый обжариваем лук до золотистого цвета. Пусть у нас обжаривается. Вот у нас лучок обжарился. Золотистый, красивый. Теперь опускаем мясо. Мясо я не режу мелко. В плове не люблю мелкое мясо. Еще даже крупнее режу. Ну, сейчас побыстрее нарезала помельче. Когда мясо мелкое, то каша получается у меня. Такое ощущение. А вообще делала раньше большие прям куски. А потом их расщепляла сверху на блюде. Вот, сейчас у нас будет готовиться мясо. Надо лопатку купить срочно. Так, будет мясо готовиться. Мясо у нас тоже готово. Теперь морковь. Да, резаную, конечно. Плов надо резать. Ну, ленюсь. Не люблю морковку резать. Все перемешиваю. Рис я засыпала, немного приправы, здесь смесь приправы для плова. И добавляем воду. Я добавляю всегда горячую воду. Быстрее все доходит. Аккуратненько. Достаточно.
забыла про чеснок. Сейчас вот так придется. Забыла совсем про него. Ладно, пусть плавает. Ну вот. Вот у нас водичка выкипела. Сейчас мы сделаем вот так. Сюда внизу подлить немного. Вот так вот собираем. Вот такой вот палочкой делаем вот такие вот отверстия. Кстати, плов — это наше второе блюдо любимое. Правда, дочь не очень его любит почему-то. Ну, это, наверное, часто готовый. Вот такие вот. Мясо воткнуло. Так это неправильно. Немного набираем. Так, закрываем и убавляем на четверочку. Ну вот, плов наш готов в настоящем легоме. Сделала салатик витаминный, мы его называем. Капуста, морковь и укроп. Иногда добавляю свежий огурец сюда. Вообще к плову нужно острое что-то. Ну, чего-то нам сегодня не хочется острого. Вот такой вот. Приглашаю всех в гости на плов. Пока.